Это здание стало своего рода подарком селу Стрельцы в честь дня рождения одного из самых крупных муниципальных образований региона. Новый корпус детского сада рассчитан на 50 детей. Здесь будут воспитываться малыши от 1,5 до 4 лет. Основной объем работ в нем близится к завершению. Их ход проконтролировал глава Тамбовского района Алексей Бородин. Сейчас ведутся уже отделочные работы, декор подбирается, и непосредственно мебель будет завезена в течение месяца, все коммуникации уже подключены. Я надеюсь, что в этом году мы увидим и услышим веселый смех, и наших маленьких детей, жителей Тамбовского района, мы будем встречать в этих прекрасных стенах. На строительство садика потратили более 65 миллионов рублей. Открыть новый корпус планируют не позднее октября этого года.